Это 82-й учебный год главного вуза области, университета имени Коркы-Тата. Сегодня вуз является признанным центром образования и науки, культуры и духовности. Это заслуга всего профессорско-преподавательского состава учебного заведения. Студенты поздравили педагогов с Днем Учителя. Университет входит в топ сильнейших вузов страны. В этом году еще 7 преподавателей защитили докторские и кандидатские диссертации. Студенты занимают призовые места на республиканских и международных конкурсах. Здесь обучают по 47 специальностям бакалавриата, 26 магистратуры и 7 PhD-докторантуры. В новом учебном году старейший вуз области принял свыше 1500 студентов. На торжественном вечере в честь Дня Учителя в адрес преподавателей было сказано много теплых слов. Я выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд, за то, что вы достойно несете звание педагогов. Достижения, которые имеет университет на сегодня, это ваша заслуга. В честь профессионального праздника лучшие педагоги удостоены наград. От чистого сердца поздравляю всех коллег с праздником. У наших студентов высокие достижения, немало призовых мест на различных международных конкурсах. И это все результат труда педагогов. Оказанные почести – это труд долгих лет. Сегодня ученым, научным сотрудникам, педагогам и менеджерам вручают награды. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы. Настоящим педагогам делают человека две вещи. Это, в первую очередь, глубокие знания, во-вторых, большое сердце. Педагог должен любить своих детей, своих учеников и стараться передать им все самое лучшее, что носит в себе. Для этого нужно вложить немало сил и труда. Очень приятно, что наш труд так высоко оценен. Праздничный вечер продолжился концертной программой, которую подготовили для преподавателей студенты.